Дело о мумии в ушаковских банях будут изучать в Кировском районном суде. Останки женщины обнаружили в апреле в подвале заброшенного здания. Оказалось, еще в начале января она перестала отвечать на звонки родственников. Гражданский муж говорил, уехала. Оказалось, не уехала, а сожитель увез на санках, завернутую в кусок рубероида. По версии следствия, новогодняя ночь закончилась в квартире дома на Балтийской улице супружеской ссорой, в разгар которой 43-летний Сергей Русаков, уже отбывший срок за убийство, взял нож. Установлено, что обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице удар ножом в живот, вследствие чего женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления фигурант уголовного дела переместил труп на детских санках в подвал заброшенного здания. После того, как обвиняемый спрятал тело женщины, он выбросил орудие преступления.